Окей. Ребята, тогда я начну запись. Окей. Егор, ты можешь говорить? Егор? Алло, Стефан. Да-да, слышу. А, все, слышу. Нормально меня видно? Все, ага. Я просто чуть-чуть простыл, валяюсь дома. Нет, окей. Поправляйтесь. Да, спасибо. Будь здоров. Окей, ребята, тогда, чтобы не потерять время, Залина, Егор, Артур, будем там, я думаю, что я смог запись сделать, потом я отправлю тебе его и поставлю. Ага. Да. Сегодня, в принципе, хочу говорить чуть-чуть об периодизации. И кто знает, что такое периодизация, Артур? Периодизация – это очень важный принцип в теории и методике. Кто впервые в мире создал или начал? Так, это был кто-то из наших. Сейчас я фамилию. Егор. Да-да. Привет. Это не Егор, тоже не знает про периодизацию. Я больше всех просто пропагандирую периодизацию. А да? Это не... Егор, не вы один за периодизацию. Да, вот, периодизация – это очень-очень важно, ребят. И периодизация – это не новый. Это уже начал в древние времена, уже Гален было. Гален и... Есть еще, сейчас я даже искал здесь историю. Клаудиус Галенус. Да? Еще раз. Клаудиус Галенус. Гален по-русски. Погуглим потом, давайте ближе к сути. Да, и потом и Гимнастикус тоже, философ, он в Атенес, он тоже работал. И знаешь, что они делали? Они уже сделали 10 месяцев подготовки к Олимпиаде древние времена. Они 10 месяцев дали время подготовки, и последний месяц потом, после Олимпиады, дали перерыв. После этого уже начали какие-то более современные. И более современные времена уже начали в 1950-х годах. Уже на исследовании, которое идет нагрузка и восстановление. И тоже был биохимист, профессор из России, Яковлев. Я не знаю, если вы слышали, Яковлев. Он профессор. Я начал это все это посмотреть. Я буду постараться поставить здесь. Может быть, вы смотрите сейчас секундочку. Давай еще. Share screen. Whiteboard. Я хочу поставить свой... share screen. Окей. Этот share screen. А вы смотришь там? Да, экран виден. О, вот, окей. И тогда что сделал этот ученый Яковлев, здесь я написан, в 2050-х годах он начал изучать. И как, чтобы было легче, попроще, я поставлю рисунка. Какие рисунки он нарисовал? Видите там рисунки его? Конечно, да. Супер. И этот рисунок объясняет, о чем мы говорим и как мы, когда мы говорим о периодизации. Почему? Потому что есть load, это нагрузка. Когда человек приходит на занятие, у него есть запас энергии. Потом добавим нагрузку, что происходит? Начинается утомление, тратить энергии, тратить, допустим, гликоген. Мышцы травмируют, микротравмы и так далее. Что происходит? Человек начинает уставать. Если мы заканчиваем тренировки, дадим время, что происходит с этим человеком? Он начинает восстановить,
а не просто на уровне, который было, но выше. Видишь здесь, этот кривая здесь? Суперкомпенсация, да? Вот, вот. И начали называть суперкомпенсацией. Тогда Яковлев сначала начал, потом, если вы не знаете, вы должны читать, профессор Лев Павлович Матвеев. Лев Павлович Матвеев, он был моим профессором два года в Иргу, и потом уже несколько лет, там, когда я начал заниматься со Силуянов, я все время сходил и поговорил, и все этот принцип идет более-менее в таком-то порядке. Но есть тоже профессор из России, и Сузлов был, есть забыл фамилия, Волков тоже. И что видели здесь? Когда на тренировку надо подумывать, когда мы сделаем, потому что есть некоторые факторы, которые восстанавливаются быстрее, и некоторые медленнее. Это с этой информацией с моей новой книги. И то же самое, когда идет человек, приходит на занятие, мы сделаем нагрузку, что мы можем посмотреть здесь? Номер один. АТФ, креатин, фосфат. Ага. За сколько восстанавливает, Залина? Давай посмотрим. Сколько восстанавливает АТФ, креатин, фосфат? Ну, это быстро должно быть. Быстро. Короткое где-то время. Минуты. Восстанавливается. Минута, да. Если мы очень сильно дадим на занятие, на подход, тогда... 15 секунд. Вот, подожди. Если мы очень сильно мы тратим за 5-10-15 секунд, но восстанавливаем за минуту максимум 5 минут. И видишь, здесь кривая. Тогда мы восстанавливаем АТФ, креатин, фосфат за несколько минут. Но затем, если занятие продолжится, не просто одно упражнение, несколько упражнений, несколько подходов, мы начнем тратить тоже гликоген. Посмотри про Blue. Номер два. Угу. Теперь уже сколько часов, чтобы восстановить? Для гликогена. Да? Сколько часов? Ну, к вечеру, если у профессиональных спортсменов уже вторая тренировка, то я думаю, где-то от 4, да? Это можно 24 часа до 72 часа. Это уже больше восстановления. Да? Тогда, если мы работаем, допустим, на максимум сегодня до приседаний, и сделаем несколько подходов, несколько повторений, и тратим все гликоген в эту мышцу, можно 2-3 дня, чтобы восстановить. Это означает, что нельзя уже сразу. Если полностью, тогда 2-3 дня, чтобы восстановить, даже больше. И есть и третий фактор здесь, очень важно. Что такое третий фактор? Белковые структуры, да? Вот, протеиновая структура. Это можно несколько часов, несколько дней, зависит тоже от интенсивности. И с помощью всей этой информации, они там и Матвеев, и потом Силуянов начали уже посматривать, как распределить программу. И это тоже о чем Егор говорит. Правильно, Егор? Да, абсолютно. Да. И как мы и восстанавливаем. Окей. Матвеев потом начал посмотреть в программу и разделить на плану. Тогда как мы называем целый цикл тренировки? Как мы называем? Макроцикл. Да? Макроцикл, да? Очень правильно. Сколько может быть максимум по длительности макроцикл? Ну, год, два, наверное. Вот, смотри здесь, тоже... Если к Олимпиаде, то 4 года. Если к чемпионату мира, то... Супер. Если олимпийский цикл, тогда 4 года. А иногда на чемпионат мира 2 года.
Можно макроцикль только, как Егор говорит вам, просто, допустим, подготовки. 6 месяцев человек хочет идти на соревнования, на турнир. Хочет быть в форме, допустим, чтобы попасть на пляж, чтобы идти на пляж, на свадьбу и так далее. Тоже можно использовать. Видишь, макроцикль – это не просто для спортсмен, но для всех, которые имеют цель. И мы хотим достигать такой-то цель в это время. Когда мы сделаем макроцикл, и у нас есть, допустим, 6 месяцев, что мы будем сделать внутри этот макроцикл? Какой следующий шаг? Мезоцикл. Мезоцикл. Супер. Мезоцикл. И мезоцикл будет обычно сколько недель. Мезоцикл. Обычно 4 недели сделаем мезоцикл. Получается месячный цикл. Люди тоже говорят месячный цикл. И мезоцикл идет каждый месяц. А потом внутри этот мезоцикл у нас есть маленький цикл. Что такое маленький цикл? Микроциклы. Микроцикл, недельный цикл. Вот. Именно так. И люди там начали потом посмотреть и шли к этот вывод. Они начали называть линейная периодизация. Что такое линейная периодизация? Давай кто-то может там посмотреть. Что такое линейная периодизация? Когда какие-то одни системы, да, тренируются, Стефан? Это линейная периодизация. Кто? Егор? Игорь или Артур? Кто? Артур. Артур, да, говори. На разные группы мышц, разные нагрузки. Тоже. Но затем, смотри, этот граф Люч объясняет чуть-чуть об линейной периодизации. Они разделили здесь на подготовительный, препарейши это подготовительный период. Обычно общий подготовительный. Это кто-то, допустим, Игорь, по-моему, твои дочери и сын, они и то, и другое занимаются теннис. Правильно, Игорь? Да. Вот. Они теннис занимаются. Общеподготовительно это, допустим, сделать кардио вообще. Допустим, бегать. Либо любое упражнение, которое помогает, но на самом деле не специфическое. Это общеподготовительно. Если вы смотрите здесь, большой здесь в что такое это в? Blue. Что такое это в? Это объем, это volume по-английски, это объем по-русски. Получается, в начало, если объем большой, что такое, что происходит с интенсивностью? Понижается. Начинается низкоинтенсивность. Вот, это модель, допустим, которая используется в начальном уровне. Это важно здесь сделать замечание. Человек начал, человек не занимался несколько месяцев, начал обратно. Что делаем? Объем побольше, количество упражнений, количество повторений, количество подходов, можно так же сказать. Но затем вес не так сильный. Когда начинаем двигаться вперед, объем получается максимум, интенсивность пока не очень. А есть момент, который они называются переходный период. Что происходит? Первый переходный период. Интенсивность начинается увеличить, объем начинает падать. И как и похоже на линию, видишь здесь? А в Америке и кто-то читает на английском языке, они называли линейная периодизация. Эта периодизация, как по Матвееву, называется линейная. Но на самом деле она не очень линейная, есть свои особенности, но это просто общее тело. Что мы должны посмотреть? Этот слайд тоже с моей книги и вместе созданы с Волков и так далее. Когда человек тренирует, как Артур сказал, либо на скорость, либо на максимальную силу и так далее, есть разные в
время, которое требуется для организма. Человек, который тренируется чисто на скорость, за сколько он восстанавливает. Вот, и мы дадим таблицу. Мою книгу на английском, пока русский не будет, но будет через 6 месяцев, но пока нет. Okay? И что есть? Speed, скорость. Нужно минимум сколько, чтобы восстановить там, Артур? 24-36 часов. Вот, это означает, ты сделал занятие на скорость в понедельник, утром ты можешь делать вторник утром, либо вторник и вечером. Но нельзя тогда сделать утром и вечером, понедельник. Два занятия на скорость не надо. Okay? Лучше дать 24-36 часов. Человек сделает уже выносливость, эндуранс, выносливость, но скоростная выносливость, тогда уже побольше, смотри. Есть эффект на центральную нервную систему и есть эффект на мышцы. Центральная нервная система уже больше эффект, здесь large. Тогда нужен минимум 2 дня отдых. Надо подождать 2 дня, потом повторить. Человек тренируется на максимальную силу. Как Егор много раз там говорит, это уже есть large эффект на центральную нервную систему, но смотри, нервно-мышечная парада максимальный. Тогда минимум, чтобы снова вернуть на эту группу мышц 2 дня минимум. Okay? Может быть больше, Егор. Обычно ты, когда на максимум, ты только раз в неделю. Правильно, Егор? Даже дольше сейчас. С опытом увеличивается это время. Они уменьшаются. Потому что опыт, потому что уже, как сказать, уже не самый что молодой. Связь вообще, не только это. Интернет пропадает у меня. Не из-за возраста. Не из-за возраста это. Это происходит из-за того, что ты со временем становишься сильнее, выносливее вообще, в принципе. И работаешь еще и мышца гораздо лучше. И поэтому именно у тебя лучшая отдача от каждой тренировки. Но, как ты знаешь, наши восстановительные способности, они, если увеличиваются, то очень и очень несоответствующие нашим физическим способностям в плане проявить ту или иную силу или выносливость. И поэтому больше времени нужно на восстановление. Не потому, что там стареет организм. Наоборот, потому что ты становишься больше, сильнее. Дориан Яц об этом очень хорошо говорил. Что он, в отличие, почему он был такой большой и так очень сильно рос? Потому что в отличие от большинства на то время вообще не разбирающихся в этом и не интересующихся бодибилдеров, он понимал, что нужно не сокращать время между тренировками на одну мышечную группу, а наоборот, увеличивать с тем, как ты становишься опытнее в бодибилдинге. Но я здесь подчеркиваю, Стефан, да, это именно в бодибилдинге. Да. И поэтому я не сторонник тех, кто там, знаешь, вот бывает тренировать одну и ту же мышечную группу 2 дня подряд. Ну, это просто бред. Это нехорошо, ребята. Почему? Видим здесь, даже если ты сделал, допустим, на скорость, надо минимум 24-36 часов оптимально. Okay? Но если ты подождешь чуть-чуть больше и восстанавливаешь еще больше, и, может быть, получается лучший результат, чем каждый день. Видишь? И так надо знать. Извини, Стефан, это потому что вот как раз-таки срабатывает тот эффект, о котором ты говорил в начале. Восстановиться просто до уровня изначального или дать еще чуть-чуть, чтобы поймать вот эффект суперкомпенсации? Вот. Можно вопрос сразу же? Да, конечно. А вот смотрите, вот такой вопрос вот по поводу скоростной выносливости. Но в принципе все игровые виды спорта, хоккей, ну вот у меня как бы тоже семья, там ребенок за молодежку уже играет. Вот у меня дети вот в теннис играют. У них фактически эта скоростная выносливость каждый день.
потому что они на корте проводят утром и проводят вторую игровую тренировку вечернюю. Как бы там ноги нагружаются, будь здоров. Но при этом потихонечку нужно включать, например, там через день, ну, два раза в неделю нужно включать взрывную еще силу на ноги. А как вот это, да, коррелирует с тем, что вот вы говорите, что 48 часов надо давать отдыхать, вот этот момент? Окей. Егор, ты хочешь сначала как-то... Окей. Говори как-то... Хочу сказать, что люди не всегда понимают точное значение там силовой выносливости, скоростной выносливости. Нужно сначала разобраться очень хорошо в этих понятиях. И я думаю, Стефан, у тебя опыта больше со спортсменами, да, профессионалами, с тем же... И там, вот, вот, Игорь, ты правильно сказал. Но когда, смотри здесь, skills training и technical training, если ты хочешь работать на умении, навык, тогда не надо очень много, это уже 6 часов. Когда работаю в хоккее и сделаю элементы, технику, тактический элемент, это уже можно даже два раза. И у нас и в несколько видов спорта, даже в martial arts мы тренируемся утром и вечером. Но надо знать, что это технико-тактический, не физический подготовка. Окей? Есть элемент физической подготовки, в них есть, но это не именно физическая подготовка, чтобы увеличить вот возможность. А если человек сделал эту цель, тогда уже надо последить такой-то план здесь, наверху, speed. Это было как, например, идет и играет хоккей, играет. Заканчивает, допустим, 30-40 минут все это технико-тактически. Теперь мы будем сделать ускорение в хоккей, okay? С одну сторону до конца, на максимум. Отдыхаешь. И снова отдыхаешь. Допустим, сделал минимум 5. Развиваешь тренировку. Больше 10 ускорений. Это уже другие принципы, которые мы с Еленой говорим. И лаборатория тоже говорит. Это уже есть тренировка на скорость. Видишь как? А после этого тренировка на скорость надо минимум 24 часа. Или больше. Стефан, Егор, вы потом, я задам. Да. Смотрите, что здесь нужно еще понимать, что не понимают большинство тренеров, кто не работает с серьезными спортсменами, родителей. Да. Вот возьмем тот же теннис. Большинство, то, о чем говорит Стефан, как раз-таки нарабатывается тактика и техника. Техника и тактика. Но когда... И поверьте мне, в большом теннисе, я сейчас смотрю, очень сильно развитые тренера, они очень грамотные, также нанимают уже тренеров по физической подготовке отдельно, как вот Стефан работал с бойцами в American Top Team. Стефан же не ставил им технику, Стефан не учил их драться. Стефан давал им тренировки, которые прописывал им их тренер уже, который понимает, когда идет просто поддерживающие тренировки, а когда идут развивающие. Вот ага. Это то, что вы как тренера должны понимать, что периодизация, неважно, как мы тренируемся, развивающие тренировки не должны быть частыми. Yes. И чем они реже, тем больше эффекта от того, что вы не перетренируете вашего спортсмена и тем более простого посетителя тренажерного зала. То есть, когда вы слышите, мы слышим всегда, если брать, к примеру, фитнес-бодибилдинг, что ты должен постоянно становиться сильнее. Обычный человек послушает, и как он делает? Он каждую тренировку пытается стать сильнее. Но это как раз-таки вот и есть самая глупость. Нет, нужно, учитывая все принципы построения тренировочного процесса и физиологических реакций на каждый из этих процессов, строить свою развивающую тренировку тогда, когда ты уже хорошо отдохнул от предыдущей, хорошо поспал, хорошо поел, психически не перенапрягался. Вот ты выложился, а потом опять 2-3 недели ты себя держишь в общем режиме поддерживающем, плюс работаешь над техническо-тактической составляющей, в зависимости от того, какой специфики твой вид спорта. Да, супер. Егор, извините, ребята, у нас только еще 8 минут, потому что это бесплатный зона, окей? Но мы будем делать через 2 недели, мы продолжим. Да, и кто не знает, это наш отдельная группа, наш студент, и они, большинство из них уже тренер, и работают, и повышаем свой уровень вместе с нами всегда.
улучшаем. И просто чтобы еще было, чтобы показывать другой слайд. Когда уже сделана гликолитическая работа, уже на выносливость, которая затратит гликоген, и как ты можешь, Игорь, подумать, если ускорение было только 10 секунд или меньше, это уже будет воздействовать здесь, либо лактически, либо на скорость. И это за день, полтора, либо два дня восстанавливает. Если человек сделал, допустим, тот же самый пример, хоккей, а туда-обратно, туда-обратно. Okay? Это будет уже где-то в районе 30 секунд и больше. Правильно, Егор? Чтобы идет на... Да, да. Это уже идет на выносливость. Гликолитически. Это уже требует. И тогда, допустим, человек сделал туда-сюда, туда-сюда 30 секунд или больше. Восстановлю где-то минут 2-3 минуты. Сделал снова, сделал несколько. Тогда... Это идет гликолитическая тренировка. Видишь как? Затратить гликоген будет сильно. Надо только повторить это только через 2 дня и больше. Даже можно 4 дня. Это означает 2 раза в неделю, максимум 3 раза в неделю. Такие тренировки. Если нет, идет хуже. Я покажу следующий слайд, и вы поймете. И этот будет так. У нас тоже с моей книги. Видишь, о чем мы говорим. Если ты идешь, приходишь на занятия в понедельник, свежий, отдыхал в воскресенье, да? Сделал нагрузку несколько, человек падал, затратил энергию, гликоген, центральная нервная система, утомление идет, все. Человек восстанавливает, но теперь он не сделал тренировку на четверг. Что происходит с этим студентом? Давай, Игорь. Что происходит здесь? Первый пример. Он потеряет, видишь? Он потеряет эффект суперкомпенсации. И он идет в обратно. И иногда люди так и сделают. Тренируюсь в понедельник, не тренирую, ничего не делаю, да, четверга, пятницу, потом снова. И они потеряют этот эффект суперкомпенсации. Это не очень хорошо. Есть люди, которые правильно, поэтому мы, Егор, мы говорим, как правильно. И это не одно и то же для всех менять, зависит от опыта, зависит от гормональный фон, от возраста, от сколько часов человек отдыхаешь, от психических направлений, от восстановительной процедуры. Видишь, несколько факторов. Это означает, человек правильно тренируется, видишь. Сделал, допустим, развиваешь тренировку в понедельник, даже на скорость, как мы говорим. Вторник, работа с легкой на технику тактическую, четверг, например, либо в среду, он сделал новую развивающую тренировку на скорость. И человек начинает увеличивать. Видишь? И это идет на... Суммируется пользу. А есть другие, которые и можно. Я не говорю, что один лучше, чем другой. Но есть цель. Когда мы начинаем уже шок. Это уже профессор Юрий Веркошанский так много говорил. Иногда мы сделаем специально. Это уже человек более опытный. Обычно не бывает. Люди, допустим, как Тигур. Тренер хочет скопировать тренера профессионального, поставить на молодой детей 12-15 лет. Это не очень хорошо. Что происходит? Человек тренируется в понедельник. Начинал восстановить, уже не достиг восстановление. Вторник снова развиваешь. Четверг снова развиваешь. Пятницу снова развиваешь. Что происходит? Человек идет очень низко в свои возможности. Можно, мы сделаем это иногда, именно, допустим, спортсмен высшего класса в UFC, но потом восстанавливаем. Целая неделя идет уже на тейпер, либо на переходный, и улетаем. Потом просто сжигаем жири, чтобы взвешивание, и дадим много питания, чтобы он восстановил и пошел на следующий переход. Но затем у молодых или неопытных это можно травму получить именно сюда, в нижнем, конечно, потому что было много развивающих занятий, один следующий к другой. Okay? И хочу показать... На своем примере коротко еще быстро скажу, Стефан, да, пока... Давай.
пока предыдущая тема не ушла. Я же помимо вот того, что тренируюсь с железом, знаете, еще играю в хоккей вратарем. И у меня не было тренера, я поздно встал, мне было уже далеко за 30, когда впервые на коньки вообще встал. Естественно, я столкнулся вот с тем, что проблема в катании, в перемещении правильном. И если я пытался делать как можно больше, к примеру, все вот на скорость, там развивать какие-то вот, как Стефан говорит, как профессионалы уже тренируются, мне ничего не давало. Но до сих пор ловлю себя на мысли, когда я чем больше отрабатываю медленно тактическую, вот именно техническую составляющую движения медленно, зато потом я это в игре делаю гораздо быстро, уже не задумываясь, потому что есть связи мозг-мышца. Но если пытаться все вот это делать быстро на фоне постоянной перетренированности, как многие тренера любят, да, вот грузить, к примеру, постоянно развивающими тренировками, то это на самом деле будет только тормозить молодого спортсмена, вообще, в принципе, любого. Поэтому больше в технических, сложно-технических видах спорта больше нужно с техникой. Даже в тяжелой атлетике. Да. Очень правильно. И просто, чтобы показать, что я хочу сделать обычно. Потом мы сделаем вторую часть. Окей? Просто коротко сегодня. Давай я share screen. Стефан. Да. То есть получается, если в развивающем режиме тренировать, например, на одну неделю можно, допустим, на гипертрофию, а вторую неделю в развивающем режиме можно тренировать какие-то другие структуры. Тогда же можно, да, так чередовать? Да, так и должен. Но мы продолжим на следующей неделе, Залин, ты правильно. Но просто, чтобы не потерять мысли, можно так, Игорь. Игорь, и кто спросил, да, чтобы он, я не хочу, чтобы он закончил, потому что я хочу сохранить это. Смотри, если ты посмотришь максимум, свои максимальные возможности, можно начать так, именно если у молодых. Понедельник идет 60 от свой максимум, вторник 70, среду 80. А потом идет 60 в пятницу, 70 в субботу, 70, 80. И получается сколько пик в неделю? Два пика. Видишь как? Он тренируется еще целый день, каждый день. Можно даже две занятия в день. Получается 12 занятий за неделю. Видишь? Но только два развивающих день пик. От своей можно. Это очень важно. А есть люди, которые можно даже выше, видишь, как уже идет более опытный, как Игорь, например. И получается, Игорь идет еще, ходит 6 дней в неделю на занятия, но 2 пик, выше пик, видишь, как пик сейчас идет на 100%, но только 2 раза в неделю. Он и постарается понедельник на 100, вторник на 100. На 100, среда на 100, это будет перетренировано. Да. Окей, ребят, я буду закончивать. Потом в группу отдельно, кто можно писать. Хорошо. Это первый раз, который мы попробуем здесь через Zoom, правильно, Игорь? Live? Да.